Всем привет, дорогие друзья, с вами, как обычно, я, Зазепа. Продолжаем Prison Architect. Вот, на чем мы остановились. Что нам надо? Нам надо выйти из нашего кризиса. Ну, я думаю, сейчас деревья тут попродают, и будет все у нас тип-топ. Нам нужно устроить заключенных на работу, посетителей. 13 семей ждет посещение. Так, я думаю, может, комнату расширить? Ну, для посетителей. У нас как бы тут 128 человек. Ну, сейчас скоро приедет, через часик. Еще восьмёра. Так, каких комнат у нас нету? Так, а что-то здесь электричества нету. Подожди, я же, по-моему, хотел учителей нанять, да? Реформу образования сделать. Надо вспомнить, как это сделать. Устроить трех заключенных. Так... режимы. Так, а здесь нет этого, да, образования. В душ занимается семью отдохнуть комфорт. Давайте, может, для начала сюда электричество пустим. А, нет, сейчас его и так пустят. Пускай достроят, то есть деньги появятся у нас, чтобы все было. Комнаты, так. А я назначил уже, да, назначил. Вот, класс. Да, кстати, у меня вообще открыто образование. Персонал. Адвокат, садовник, снайпер. Так он как-то иначе учитель нанимается. Ну, пока тюрьму продавать не будет, конечно же. Вот, 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 где-то здесь. Начать. За курс обучения. Понимаю. Все комнаты заняты. И, типа, кто хочет, да? Или что? Начать. Где проходить будут? Не найдена комната. Нам нужно еще цепушку и УДО построить. Давайте этим займемся. Пускай здесь будет. Цехушечку такую построим сейчас. Милую. Ну и дверь сюда. Вы здесь не стоите, она будет заперта на постоянке. Подходить через эту, через детекторы, там, через все. Давайте ускоримся. Там, где комната УДО, у нас будет, короче, охрана тоже ходить. Ну что, ждем, пока построят.
Деревья тут почти уже натаскали. Поможем им даже. Такие покрупнее, знаете ли. И давайте обыск. Потому что давно не было. Ну такой. Не очень-то и много выявлено. Что-то подкупов нигде нету. Пока нету. Обыскали. Собаки там все унюхивают. Где там стенка? А то что-то не косвенно получается, да? Давайте назначим здесь, пускай будет часовня. В часовне нам что надо? Алтарь. Церковные скамейки. А здесь пускай будут... Вот такой вот. Ну, вроде все, да? Все нужно. Класс уже обучается, да? Да, все. Все назначено. Может, это с комбустика запасается? Еще, конечно же, прачечную какую-нибудь построить. Почта, библиотека. Ну, прачечную. Что, давайте сразу построим. Так, у нас пока на комнату не хватает денег. Может, сами попродавать здесь все. Ну, конечно, не так быстро получается. Тем не менее. Пусть они лучше с рукой деревьев занимаются, чем перетаскиваем их с места на место. Видите, как все быстро получается. Давайте вот эти куски покупнее продадим. Угу. Ну все, я думаю, можно уже ставить и комнату, в принципе. Прачечную. Я хотел здесь камеру построить.
Нет, давайте, раз у нас здесь такой блок уже, то давайте уже и комнату поставим. Обыскивать сегодня, думаю, уже никого не будем. Так, нужно опять программу открыть. Ну, духовное наставление. У нас уже в очередь даже образовалось. Можно, кстати, настроить сейчас, короче, это... Значит, людей, в общем. Устройство заключенных. Пускай 3 человека там будут у нас. Может, тогда и расширить ее. У нас денег не хватает пока что. Я что-то понять не могу, что здесь происходит. Может, здесь назначен уже, нет? Ладно, прачечная. Так, мастерская, душ. Вот прачечная. И стиралки. Сколько? 1000 баксов за стиралку или что? Дали? Спотирин что-то услышал. Нафига здесь стол? Ну вот сейчас будет и одежда всем. Надо запитать все как-нибудь. И лоб еще дать. $2 не хватает.
Мне кажется, персонала у нас не хватает, вот чего нам не хватает. В столовку может что-нибудь. Не на кухню. Так, какие у вас потребности? Семью, комфорт, облегчиться. Ну, блин, не в столовой же. Не, вон, есть тут. То, что надо вам. Сейчас я просто еще одного работника найму. Сотка стоит, да? И, короче, поставлю сюда трубу еще одну. А здесь у меня будет стиралки стоять. Что-то на реформу у меня надо уходить. Здесь заинтересованы, я везде поначинаю. Нет учителя. Здесь нет у меня пока. Так, мне нужна кладовка еще. У меня денег пока нет у нее. Заключенных мы всех накормить не можем, или не пока ждут? Вот что вам надо? Вот тебе что надо? Уединение, обучиться грамоте. Но я сейчас пока временно начинаю строить эти одинарные камеры. Я пока всех переместить не могу. Нам бы уборщиков еще тогда. Персонал, уборщик. И стиральная машина нужна. Это реально очень мало. Здесь стиралка снизу. Сейчас облегчим вам задачу.
Опять бунтуем, да? Все в хэви. Все, ночь, обыск. А то вчера не обыскивал. Как много. Подоставали. Что у нас по разведке? Как они тут проносят, если тут вот эти стоят? Может, сами рабочие им передают? Как вы выходите с ними, не понимаю. Вот, вот здесь, здесь перекрыто и здесь перекрыто. Что, покупки все нету? А здесь? Тоже нету. Ну ладно. Что, давайте, хорош. Хорош обыскивать. Что, подкинули вам работы, да? Побольше. Задел тыкку. И нам нужно, по-моему, камеры расширять. И перемещать, короче, всех из таких камер в обычные. Уединенные. Там просто забирать эти кровати, чтобы не так много людей в одних камерах. Вот такие вот камеры ставить, одиночные. Ну сюда как-нибудь так. Вот, я хотел глянуть, какие у меня нужды. Хочешь какое обучиться грамоте? Отлить, облегчиться. Комнату для свидания надо расширить. Для этого надо. Может, помочь им? Все приносят мне. Вот так вот сделаем. Сейчас как раз вот стенку снесут. Так, где там комната для свидания?
выстрелы сюда надо ставить. Патрули назначить получше. Ну такой, я думаю, хватит. Трошку ложить пока здесь не буду. Вот столы поставить надо вот здесь вот. Может быть, знаете, какие поставить? Так подумал. Он был какой-то еще такой, знаете, элитный. Типа для свиданий. Типа закрытый. Похоже, нету. Ладно. Поставим такие обычные тогда. Все, два. Третий пока не хватает. А ты здесь что крутишься? Вот опять мы в минусах. Что-то не так уж много посетителей для встречи. Че с прачечной? Lock in the lounge, maybe to smile to meet the demon. Я не знаю, что это значит. Но что-то у нас тут не совпадает. Давайте сюда пустим охранника какого-нибудь. Сюда охранника. Ну вот. Что не так с помещением? Угу. Такой трех, в общем. Все, работайте. Еще кладовка нужна. Кладовка там маленькая будет у нас. Это я вообще все снес бы. Что мне мешает? Ой-ой-ой. Наверное, пока мне там заключенные живут, так мне это и мешает. Я сделаю, наверное, из них обычные камеры. Так, все, тип-топ. Что там, новых деревьев нету?
Там еще нужен типа что-то склада, я не знаю, что-нибудь такое вот. А, пускай у нас здесь склад будет. Точно. Вот такой вот складешник. Здесь какие-нибудь камеры такие поставим. Общие, типа. Комнаты. Так, мне ж есть, что бы продавали. Серьезно, продали все. Лол. Ну ладно. Может, уже можем себе сейчас позвать еще одного чувака. Даже двоих. Ну что, ждем двоих еще. Так, еще нам нужен склад. Можно эту табличку отсюда убрать? Не хочет убираться. О. Так, комнаты. Комнаты, комнаты. Где склад? Вот склад. Все, теперь у нас есть склад. Кладовка нужна еще. Кладовочка, она обычно небольшая строится. Вот такая хотя бы. Здесь удаляем маршрут. Даже нет. Тут тоже удаляем. Хотя. Вот так вот. А твой сокращаем до сюда. Замечательно. План побега. Ускоряем. Вот столько вот рабочих нам надо. Все, кладовка теперь у нас тут. Почта, мусор, магазин, комната УДО. Библиотека нужна. При сохранении их немного подвисает.
в кладовке нужно. Трех заключенных. Два, три. Все. Базовый курс обучения нужно для заключенных. Так, а 10 заключенных на базовый курс это делается. Где? Так, вот это возьму. Вот эти курсы. Так, базовый курс обучения. Ну, вот, три чувака как раз. У нас пока 10, правда. Комната УДО. Обязательно. Тебе только разместить, а? Тут что ли? Давайте попробуем. Давайте здесь, чтобы перекрыть. Хотя это тупо. Заключенных должно быть больше времени. Демонтировать, а здесь поставить стенку. Да вот так сделаю уже. Стол для посетителей. Так я не знаю, как это мне лучше будет так. Свет сюда дать, да? Ну, короче, поставить чувачков каких-нибудь. Ну, не знаю, явно не этого. Ну так, еще одна. Угу, хватит. Тебе напарника дадим. Хотя, то я думаю, и так справишься. Собачки спят некоторые.
Что за дом не делает? Так, ну я думаю, больше нам не надо сейчас, да? Если только вот так вот сделать. 48 для большего числа. Надо до 200 заключенных разогнаться, да? Что, давайте попробуем. Так, знаете, как попробуем? Я, наверное, сюда буду расширяться. Нет, ну пока что здесь достроюсь. Базовую камеру поставлю. Что-то я тут нахимичил, не то. Вот так вот. Вот так вот. Сейчас опять будем вниз. Быстрее, пока у нас деньги есть. Вот сюда кинуть надо. Короче, патруль. Так, здесь нет. Пускай здесь кинолог патрулирует. А здесь что? Вот так вот. Чё, стену там не доложили? Интересно. Чё за глюк? Нет, давайте сегодня поскорее сделаем. Теперь точно веселее дела пойдут. Ну, сколько работничков у нас бравых. Загружаю только в путь. Сколько тут такая колонна будет? А это что такое? А что жалобы? Откуда жалобы? Главное, фиг, что так надолго хватает, это не может не радовать. Давай сюда еще одну будку поставим. Еще одного кинолога вот сюда. Что надо? Семью, отдохнуть, уединение, офицер грамоте. Так он программу сколько понаставил.
Я шаблоне начал слушание. Значит, повыше разнообразие пищи поставим. И по пищевым получше сделаем. Будь хорошо питаться. Холодильников. Что-то слышно. Эй. Может, на этот перенести отсюда. Например, сюда. Ну, тут все равно, в принципе, ничего не проносит. Нечего таскать. Посмотрим, что еще можно поставить. Библиотеку можно поставить, чтоб читали. Family cell. Можно. А, кстати, а что у нас тут? А, у нас тут труба не доходит. Поток слишком. Опор слабенький. Я бы такой, что здесь еще один патруль собаки поставил бы. То есть вдвоем ходили бы. Может, больше вынюхает. И вообще тут дорожку положить надо. Вот так. Как и тут. Ну вот. И патрулировать будут лучше. Меньше вероятность избежать. Тут дорожку надо поставить еще. Не знаю, может еще как-то его построить? Нет, нам камеры нужны. Нам нужно 200 человек сделать. Значит, пускай здесь будет выход. Нет.
построим ровно. Или нет? Давайте пускай здесь выход будет. Так, ну мы где могли трудоустраивали, короче, заключенных. Сейчас одну поставим. Так уж и быть. Что опять там кушат? Опять нету денег. Пол. Сейчас повывозят. Сейчас все появится. Ты порой не успеваешь, блин, за этими землями. Ну вот, теперь все влезли. Сколько вас там тусуется? Так, сейчас одиночные кровати, что ли? Переделывать камеру. Комнаты. Так, ну здесь человек. Примерно сколько нам надо? 5 камер, да? Нет. И обычно кровати отсюда. Демонтировать. Демонтировать. Вот это вот хотя бы. Нет, не хватит, пожалуйста. Ну давайте, 200 баксов надо. Ну, хотя бы одиночная стала. Чтобы было у них поменьше желания. Так, еще 2 человека, да? Блин, аж у нас тут общали, там общали. Здесь мне, в принципе, одиночные. Надо как-то вот эти вот все переделывать.
переселять их всех. Еще камеру. Не знаю, нам просто денег побольше, наверное. А чего не хватает-то? Потому что у меня очень много этих, там где режимы несовместимые, выживают. Вполне возможно. И опять в минусе. Хотя должно быть в плюсе. Мне, по идее, 12 тысяч в день должны давать. Ну, что-то не дают. А что там пытался принести уже? Офигевший. Я вас пока некуда распределить. Может быть, поработать хотят? Мастерскую надо построить. Для этого нужна комната. Может, мне пока столько много реформ ставить? Нет, пока не справляемся. Ну что, деревья начали нормально продаваться. Сразу срубили, сразу унесли. Как раз четкое количество, которое нам надо. Почему здесь не доложили? Я же заказывал. Чё ли ты лентяничают? Чё ты лентяничаешь? Да, тракторов что-то не хватает пока что. $1000 стоит. Не устают, блин. Очень голоден. Или поваров не хватает. Или может столовая маленькая. Не, подожди, не так. Стол.
нужен стол и стул. Лавка, то есть. Чтоб все нормально было. Мне, похоже, поваров не хватает все-таки. Ну что, сейчас найдем. После обыска. Почему голодные такие? Мне вроде все питаются нормально. Ну все, короче, обыскали, молодцы. Сколько повар стоит? 500. Что, будешь помогать? Ладно, друзья, я думаю, на этом можно завершить серию. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Зазепа. Лайк, подписка. Всем пока.